Локализация корневой мозоли на мизинце с латеральной стороны на втором фаланге пальца – это признак деформации сустава, а значит мозоль с большей вероятностью будет нарастать постоянно. И помочь такому пациенту можно в качестве паллиативной помощи – это то, что вы видите сейчас на экране. Меня зовут Татьяна Пак, я владею частной подологической практикой в городе Красногорск, Московская область. И здесь, на своем подоканале, я демонстрирую реальные случаи из своей практики. И как я могу решить проблему быстро и не больно? Это лучшая альтернатива радикальным вмешательствам. Да, сейчас неприятно будет, я корешок убираю.
Ну-ка потрогайте, достанете? Нормально. Все, отпустила? Да. Угу. Такие вот корешки были тут. Парочку в одной мозоли.